С Новым годом, с новым счастьем! Поздравляем вас, друзья! Если вам открыли дверь Снегурочка и Дед Мороз, значит, вы приехали по верному адресу. Конечно, Воровского, 99. Марина Москвина выросла здесь. Вся ее жизнь так или иначе была связана с этой двухэтажкой, которой уже более 75 лет. Квартир немного, зато как дружно живут жильцы, одной семьей. Поэтому и Новый год стараются справлять вместе. Праздник-то семейный. Живем мы здесь очень дружно. В каждой квартире находится человек, который готов на любую помощь. И так как мы каждый год, без разницы, как говорится, есть или что-то, конкурс или чего, для себя наряжаем обязательно подъезд. Был бы это ковид или чего-то проходил, какие-то были неизбежные исхождения. Но, тем не менее, мы живем дружно и друг друга поддерживаем. Гирлянды, всевозможные мишура, игрушки, работа рукодельниц на стенах. Из года в год к встрече Нового года в этом подъезде готовится основательно. Костяк такой основной, где мы все друг друга знаем о всех своих бедах, несчастьях, все делимся этим и весельем, и горем, и радостью. Под елочкой проводим конкурсы, праздничные программы, на Новый год веселимся все вместе. Гвоздь программы – ретро-елка со стеклянными игрушками. Около нее любит суетиться детвора. Именно тут взрослые с большой теплотой готовы рассказать им о своем детстве. Новогодняя связь поколений. Елка у нас здесь находится в стиле ретро. Ей самой елке 30 с лишним лет. Игрушки на ней, которой 50 лет. Это игрушки детства нашего. И здесь находятся вот такие вот зайчики, вот такие Деда Морозы. Шишечки всякие, домики прекрасные, колокольчики вот эти вот. Хранили мы, конечно, всегда вату заворачиваем, бережем в коробочке, чтобы все это у нас видели наши внуки, кто приходит, дети, которые в гости приезжают, и радовались. До Нового года осталось чуть больше 2 недель. А вы свой подъезд уже нарядили? Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.